эта фотография для меня памятная. Когда мне купили первую школьную форму для первого класса, конец августа 61 года, я в 61 году в школу пошел. И поехали похвастаться бабушке, дедушке моей формой. И вот эта форма, она памятна, чем она? Тогда она напоминала чем-то солдатскую форму. Гимнастерка, фуражка, брюки и ремень. Самый главный ремень со школьной кокардой. Одного гордыша, гордого человека в форме, который вот так фуражку вот так вот носил гордо. Вот. И меня сопровождал еще фотограф Маргарита Степановна, тетя Рита моя, которая как раз и делала эту фотографию. Фотография-то любительская была. Я училась, чтобы фотографировать. Училась в Чебоксарах в пединституте. У нас были занятия фотодела, кинодела. Доступным нам фотоаппаратом был фотоаппарат смены тогда. Любительские снимки делали. В то время основным транспортом речной части Чувашии это был, конечно, речные трамвайчики, пароходы. Часто здесь ходили и грузовые баржи. Ехали в деревню, да, на местном пароходе. Тогда местные, почему называли местным? Потому что эти пароходы, курсирующие от Чебоксар до Казани, они заходили в каждую маленькую пристань. А нашей пристанью была это Курень. После того, как мы с семьей перебрались в город, я помню, как я целый день катался на троллейбусе номер один. Этот троллейбус был моим воспоминанием, как город растет, как город развивается. Сейчас в Чебоксаре город стал больше, чем в наше время было. Краше, любуемся этим городом. Много воспоминаний о городе. Мы их не забываем. Наша встреча с городом продолжается. Те детские воспоминания, они, конечно, красивые, все, но инфраструктура, транспорт, красивые дома, Красная площадь, чистые проспекты. Город очень сильно преобразился благодаря нашим городским властям, конечно, и нашим людям, чебоксарцам. И главное рассказать молодежи, каким был, каким есть и, наверное, их усилиями, каким станет наш любимый, красивый город с жемчужина Волги.